Важное событие. Еще в мае наблюдали жители и гости поселка Суходол капитальный ремонт улицы Суслова. Здесь была произведена замена асфальтового полотна всей проезжей части, а также обновилась пешеходная зона. Тротуар подняли выше, выполнен отвод воды, которая раньше после дождя застаивалась и доставляла неудобства всем участникам движения. До этого было сделано, знаете как, вся грязь вся на тротуар. Все обрызганные ходили. А сейчас не знаю, посмотрим. Дожди покажут. Обновлено и ограждение вдоль всего тротуара. Благоустройство дороги уже оценили местные жители. Очень прекрасно сделали. Давно надо было так сделать. Нормально, мне нравится. Сейчас все хорошо сделали. А как вы думаете, для чего служит это ограждение? Как для чего? Чтобы мы проходили там, где положено, и чтобы машина нас не сбила. Я так думаю. Спокойно передвигаться стало и молодым родителям, которым необходимо тщательно смотреть за особо подвижными детьми на проезжей части. Да и младшее поколение себя ощущает в безопасности. Теперь можно с ребенком просто ходить спокойно и не вылететь на дорогу, уже можно не бояться. Спасибо. Улица очень хорошо, но спасаться машину надо. Машина не заедет, не волнуйся, вот перила же сделаны специально. Так что нам нравится. Благоустройство улицы проходит в рамках областной программы развития транспортной системы Самарской области 2014-2025 годы. Маргарита Русяева, Денис Витрюк, телекомпания «Радуга-3».